Здравствуйте, с вами передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. Ну и, конечно же, с вами рубрика «Народные рецепты» сегодня мы рассмотрим удивительное растение которое растет повсеместно мы его даже не замечаем мы поговорим с вами о липе в частности мы очень часто с вами употребляем липовый цвет когда заботимся о своем здоровье но что мы знаем о самом растении липа липа кстати не только деревом бывает но и кустом вот всеми нами любимая липа это всего лишь один из видов, а всего видов где-то полсотни, и большинство из них растет в Юго-Восточной Азии, а у нас, видите, всего лишь несколько. Но липа растет повсеместно, как я уже сказала, но ценится по всему миру. И, кстати, слово липа. Некоторые употребляют слово липа как обман, что-то в этом роде. А откуда это пошло? А оттуда, что раньше липа, так как она имеет очень такую мягкую древесину, из нее делали подделки государственных печатей. Нечистые на руки обувные мастера из липы делали подошву для обуви. Поэтому слово липа и употреблялось как равноценное слову обман и подделка. Ну что мы знаем о липе? Липа – растение, живущее где-то 3-4, иногда 5 сотен лет, но есть, конечно, и долгожители. Есть такие деревья, которым уже практически тысяча с четвертью лет, и они сейчас еще живут и чувствуют себя нормально. Некоторые могучие липы имеют обхват ствола до 4-5 метров. Вы только подумайте, какое огромное дерево. Само дерево по фэншую считается очень добрым. Есть много легенд, кстати, и в западном, и в восточном мире, что... Липа является любимым деревом Богородицы. Она иногда спускается на землю и отдыхает обязательно на липовом дереве. И поэтому липу старались садить рядом с церквями, святыми местами. И под сенью ее широких листьев очень удобно отдыхать, так как они дают прекрасную тень летом. Ну, что мы употребляем в липе? В липе в основном мы употребляем вот этот вот липовый цвет. Посмотрите, какие интересные цветы и коробочки и прилистники у этой липы. Почему же липа так полезна? Кстати, из древесины липы добывают деготь а с помощью липовых волокон делают обувь лечебную, как раньше делали липовые лапти. Поэтому липа очень полезна. И мы сегодня рассмотрим с вами несколько рецептов. Итак, в липе содержатся эфирные масла. Все мы знаем, когда мы завариваем липовый чай, какой удивительный медовый аромат прямо витает в воздухе. Вот это как раз работа вот этих Эфирных масел. Кстати, медовый аромат сразу навевает следующий факт: с одного дерева липы. Пчелы могут сделать до 15 килограмм меда, а с гектара липовых деревьев больше тонны. Видите, липа еще и удивительный медонос. Дальше, конечно же, в липе есть витамин С, как и в большинстве растений, каротины, различные гликозиды патогонного действия, флавоноиды. Uh, и другие вещества, которые вот таким удивительным способом люди придумали. И использовать еще с древних времен все на пользу нашего здоровья. Очень часто люди используют липу и еще для того, чтобы успокоить повышенную нервную возбудимость у пожилых людей и у подростков, которые в принципе употреблять какие-то тяжелые успокаивающие препараты нежелательно. И здесь на помощь приходит липа. Чуть позднее я покажу вам, как правильно делать отвар из этого удивительного растения как еще используется липа липа используется еще если у вас небольшие проблемы с желудочно-кишечным трактом потому что липа это желчегонное свойство липа повышает кислотность желудка и липа немножко уменьшает вязкость крови поэтому если у вас липидограмма крови, тромбоциты, все это немножко не так, как хотелось бы вашему лечащему врачу, то липа вам поможет. Липа стимулирует обменные процессы. Как я уже сказала, она патагонная. И очень хороша не только для приема внутрь, но и наружу. И сейчас мы с вами сделаем несколько удивительных рецептов, которые как раз помогут нам в это неспокойное время, когда бушуют различные вирусные заболевания. И первый рецепт, конечно же, будет посвящен несчастным ангинам, воспалением легким, трахеитам и болезням ротовой полости. Итак, мы с вами возьмем где-то полторы-две столовые ложечки высушенных листьев липы. Накладываем в емкость. Вот так вот. И заливаем кипяточком. Вот таким вот образом. Вот, замечательно, какое лекарство мы с вами приготовили. Вот этому настою нужно дать настояться хотя бы 10 минут, а потом выпивать. Выпивается этот настой по 1-2 стакана на ночь. И все. Ангине мы уже помашем ручкой, она от вас сбежит, она не вытерпит такого удивительного лекарства. Это самая настоящая бомба. Сюда можно еще добавить, допустим, малину, малину, бузину, мяту, конечно, можно добавить. Вот листья мяты. Сейчас мы все это перемешаем, и от этого вот этот вот удивительный настой станет еще крепче. Напомню, что выпиваем мы его по 1-2 стакана на ночь, а потом хорошенько укутываемся и ложимся спать, и утром встаем здоровенькие. Как я уже сказала, липовый цвет содержит гликозиды патогонного действия. И уже с потом выйдут все наши полячки. Человек перепотеет и выздоровеет. Но этот же отвар, если его кипятить 10 минут, то он становится полезен при мочекаменной болезни и употребляется точно так же. Итак, кипяченый 10 минут липовый настой выпивается по одному стакану на ночь и с мочекаменной болезнью мы уже можем бороться более эффективно. Но, конечно же, применять народные рецепты можно только после консультации со своим лечащим врачом. Следующий рецепт такой. Как я уже сказала, липовый цвет увеличивает, разгоняет обменные процессы. И вот если липовый цвет, вот этот наш удивительный липовый цвет, перемолоть в кофемолке, то получается вот такой сухой порошок. И употребляя три раза в день по чайной ложечке вот этого порошка, перед едой мы с вами худеем. Так что, если вы страдаете ожирением, то, конечно же, вместе с диетой можно употреблять перемолотый в кофемолке липовый цвет. И все у нас с вами будет хорошо. И талия на месте, и здоровье мы поправим. Для следующих рецептов нам понадобятся с вами сухие листья липы липовые листочки. Для увеличения лактации кормящим мамам нужно заваривать сухие листья и пить этот отвар три раза в день по стакану. Вот мы сейчас с вами заварим. Конечно же, этому настою нужно дать настояться. И употребляется по стаканчику три раза в день. И еще вот эти обваренные в кипяточке сухие листья удивительным образом помогают для снятия боли в суставах, которые имеют ревматическое, как сказать, происхождение или подагрой страдаете, то накладываются вот эти листочки и Укутывается сустав потом сверху пленкой, теплым шерстяным каким-нибудь шарфиком. И вот таким образом мы, видите, лечим наши суставы. Ну а если вы страдаете бессонницами, хотите снять стресс, у вас какие-то нервы все время шалят, то вот эти настои и отвары из липового цвета вылейте в ванну и примите ванну вот с этим удивительным настоем. Только ванна не должна быть теплее 37 градусов, чтобы как раз вот успокоиться. Применяется она буквально раз в неделю вот эта лечебная ванна и нервы у вас укрепятся и сон будет хороший и стресс от вас сбежит, он не вытерпит такого удивительного ароматного лечения. Ну а следующие рецепты для милых дам такое удивительное растение конечно же полезно для поддержания не только здоровья, но и красоты. Ну и опять же, для косметических целей мы будем использовать вот этот настой. Просто настой липового цвета является тонизирующим, очищающим для жирной кожи лица, которая вот из-за повышенного салоотделения еще очень часто страдает угрями, то есть прыщиками. И вот для этого мы как раз сейчас ее и используем. Вот у нас есть настой, который как раз уже настоялся мы свачиваем ватный диск и вот этим вот ватным диском протираем кожу и это получается удивительный полезный целебный тоник для вот такой жирной кожи лица если кожа лица у вас сухая то добавив всего лишь мед в этот вот интересный настой вот какой удивительный, кстати, липовый мед добавляем сюда, и у нас получается тоник для сухой и нормальной кожи. И плюс, конечно же, витаминный, питательный для увядающей кожи тоже очень полезный. Делаем то же самое. Этим настоем мы с вами смачиваем ватный диск и протираем кожу. И у нас с вами разглаживаются морщинки, петли. Тается кожа и мы с вами становимся красивыми тем более сейчас в зимнее время когда у нас авитаминозы давайте немножко подкормим свою кожу снаружи ну и следующий рецепт такой вот этим же удивительным настоем липового цвета можно а, бороться с перхотью с выпадением волос достаточно после мытья головы ополоснуть а, кожу головы и волосы процеженным настоем липового цвета. Делайте это желательно, конечно, после каждого мытья, и все у вас будет хорошо. Вы удивитесь, насколько шелковистыми станут ваши волосы, вот прямо как в рекламе. Ну и небольшой бонус. Вот здесь у меня еще есть тысячелистник. Растение, конечно, удивительное, и на латыни его название перекликается со словом «ахиллес». И поэтому некоторые исследователи считают, что тысячелесник так и переводится, как «ахиллес». Все мы знаем этого древнегреческого как сказать, героя Ахиллесова Пита был такой могучий герой. Итак, что я хочу сказать про тысячелистник? Тысячелистник еще известен со времен зарождения христианства. По первой легенде опекун Христа, святой Иосиф, всегда с собой носил тысячелистник. Он был плотником, и любые ранки и занозы он замазывал тысячелистником. И э, Суворов, и Македонский никогда не начинали бой, пока у каждого солдата не было с собой порошка тысячелистника, потому что засыпались им все раны. И это спасло, наверное, миллионы жизней от ампутаций и гангрен. И сегодня я хочу показать вам удивительный рецепт. Масло на тысячелистнике. Вот когда случаются различные неприятности, вы где-то порезались, поранились, вот этим вот маслом на тысячелистнике очень легко лечиться. Для этого у нас с вами есть флакончик с маслом. Мы туда накладываем тысячелистник. Вот так сухую траву тысячелистника побольше, мы не будем жалеть, потому что это все целебно и полезно. Вот так. И дадим настояться в сухом прохладном месте. И потом будем употреблять. Раз, где-то поранились. Быстренько залезли, от пальчиком макнули и помазали свою ранку и все у нас моментально будет все заживать. Видите, какое удивительное свойство у, казалось бы, простого мусорного растения. Ну, конечно же, прежде чем воспользоваться народными рецептами, воспользуйтесь сначала знаниями своего лечащего врача. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. С вами была передача «Дом-сад-огород» Наталья Джоева. До новых встреч!